полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что вряд ли уедет в зарубежный чемпионат и выразил мнение, что в России сейчас нет футболистов топового уровня. «Считаю, что топ-футболист – тот, кто выигрывает какие-то международные трофеи, становится чемпионом мира, Европы, Лиги чемпионов. То же касается и топ-тренеров, объективно, мне 31 год и куда тусоваться в Европу уже смысла нет. Конечно, если пригласят в топовую команду, это другой вопрос. А так, хочу спокойно доиграть в России. Я просто добротный, хороший футболист, но не топ. Считаю, что сегодня в России вообще нет такого игрока, таким был Аршавин. Хоть его и критиковали, но если объективно рассуждать, человек играл в Арсенале и забивал. Какой-то период своей карьеры он был топ-футболистом, или Роман Павлюченко, который поработал в Англии, в хорошей команде, тоже забивал и был на хорошем счету. Из современных никого не назову. Как начнет кто-то из наших в Европе играть, тогда может быть, сказал Глушаков в интервью журналу «Нация». Аршавин играл за «Арсенал» с 2009 по 2013 год и забил 23 мяча в 105 матчах. Глушаков выступает за «Спартак» с июня 2013 года, в 2017 году в составе красно-белых он стал чемпионом России. Подписывайся на наш канал в Телеграме.